беспощадный российский футбол во всей красе. Очередной матч в рамках российской футбольной премьер-лиги сегодня. Ждем интересной и зажигательной борьбы. Это был Константин Генич, а вместе с ним в студии я, Георгий Черданцев. Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Но мне почему-то кажется, что победят хозяева. Знаешь, а я бы никому предпочтения не отдавал. И мне кажется, будет ничья. Посмотрим на состав Урала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Состав гостевой команды. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Игра началась. Смотрим. Посмотрим за этой атакой. Бей и выводи команду вперед! Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. Нет, не дошел этот пас до адреса. И удар должен последовать. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Претензии к обороне вполне очевидны. В таких моментах нужно играть внимательнее. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Завершилась эта атака, и вратарь готовится ввести мяч в игру ударом от ворот. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока от... Он накручивает соперников одного за другим. И все еще опасно. Удар. И есть гол! Низом, мимо голкипера, загляденье. И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Такой мощный, резкий удар с близкого расстояния. Вратарь еле увернулся. Отыграться теперь будет труднее. Пока неплохо. Пол команды обыграл. Ничего себе. Максим Григорьев. Свисток арбитра угловой. В центр штрафной мяч направлен. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Это может быть опасно. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Артем Фидлер. Максим Григорьев. Может быть интересно. И он забивает. Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Ну что сказать, голище. Пусть не с первой, так со второй попытки все-таки им удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурная атака, конечно, получилась, но гол есть гол. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена.
Мяч покинул пределы поля. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Мяч летит в сторону ворот. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Какова вероятность попасть с такого расстояния в штангу? Знаешь, сложно сказать, я не берусь судить. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это может быть опасная атака. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Удар! Ох, какой гол! Какой гол! Расстрел вратаря. Иных слов не подобрать. Тут как ни крутись в воротах, а мяч все равно прилетит в сетку. Ай да гол! Сыграно как по нотам. Так, защите тут большие вопросы. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Ну и решаться на что-то надо. Надо забивать и гол! Хорошая позиция была прямо перед воротами, и мячу просто некуда было деваться. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Так бывает. И не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Пока неплохо. Нет, не дошел этот пас до адреса. У нас угловой. И снова мы видим этот голевой эпизод. В центр штрафной мяч направлен. В какой момент? Нужно бить! Опасно! Гол! Очень хорошо разыграли этот угловой. И гол при полном попустительстве защитника. Ничего выдумывать не надо. Угловой разыгран, гол забит. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Отлично разыграли угловой и классно забили. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Опасный момент. Пол команды обыграл. Ничего себе. Удар по воротам. Прекрасный гол. Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду.
И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Тут все очевидно. Будет штрафной. Напрашивался этот пас через центр. Как он... Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Ох, какой гол! Какой гол! И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Если чудо не произойдет и кто-нибудь его сегодня не переплюнет, то перед нами, безусловно, герой встречи. Но чтобы его переплюнуть, надо забивать как минимум 4. Но вряд ли мы такое сегодня еще с вами увидим. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Он накручивает соперников. Пас на ход партнеру. Опасно! И это гол! Смотрите, как он буквально постелил мяч по газону. Никакой растяжки вратарю тут не хватило бы. Ну, это прекрасная реализация, что тут еще сказать. Ну, в таких моментах многое решает первое касание. Здесь и техника не подвела, ну и траектория, конечно, была идеальной. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Пока неплохо. Какой удар! Потащил один удар, но может быть и второй. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Великолепно сыграл защитник. Еще чуть-чуть и был бы гол. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока от... Шикарный момент! И есть гол! Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защитника? Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Очередной точный пас в его исполнении. Тут может что-то получиться. Можно бить. И это просто шедевр. Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Я не понимаю, чем в этот момент были заняты игроки обороны. Ну, видимо, не уследили, а к голкиперу особых претензий нет. Отбить с такого расстояния удар он никак не мог. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Может получиться интересная атака. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Удар. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Пуцко. Роман Емельян.
Пол команды обыграл. Ничего себе! Мяч потерян. Блестящий. Как он работает с мячом. Всех обыграл. 5 минут. Вот это да. Удар нужен. Прекрасный гол. Удар низом. И тут вратарь оказался бессилен. Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Ну что ж, вдвоем против одного вратаря в такой ситуации спасти ворота практически невозможно. Да, хочешь бей, хочешь отдавай пас, так или иначе мяч все равно окажется в сетке. Такое преимущество еще в первом тайме немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Нет, не дошел этот пас. Увидел открывание впереди, делает передачу. Мяч у вратаря, все в порядке. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Посмотрим за этой атакой. И это шанс забить! Надо забивать и гол! После розыгрыша последовал великолепный пас и, как следствие, конечно, гол. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Первый тайм еще не окончен, а судьба матча уже решена, как в 2014 году в полуфинале. Вот это да! Думаю, что никто не ожидал такого счета после первого тайма. Первый тайм он провел просто замечательно. И снова мы видим... Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всякое. Из этой атаки... Ударище! Можно поахать, какой это был бы гол. И ведь будем прав. Редко такие удары достигают цели, но уж если достигают, то голы получаются красивейшие и признаются лучшими и в месяце, и в сезоне, и так далее. Приличный удар с очень приличной дистанции. Хорошая попытка, красиво. Пока неплохо. Мяч ушел вам. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. И есть! Гол! Ух, как зарядил! Как из ружья! Занял отличную позицию и мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. Мяч уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отлично сыграно, надо решать. И это должен быть гол! Ох, какой гол! Какой гол! Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему гол.
Второй гол для него сегодня, и останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Он накручивает соперников одного за другим. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Итак, замена. Футболист покидает поле, и болельщики им явно недовольны. Да, сегодня он показал не лучшую игру, и просто не его день. Это может быть опасно. И как опасно пробил. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Хорошая позиция была прямо перед воротами, и мячу просто некуда было деваться. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забил. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Спасает он свою команду. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Отличный удар. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово, не дала время прицелиться и нанести точный удар. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. Такая игра под давки, и такое впечатление, что именно похоже мы наблюдаем на соревнования сегодня. Я, честно говоря, поражен, что команда... Мяч летит в сторону ворот. Прекрасный гол. И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча. Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Увидел открывание впереди, делает передачу. Мяч у вратаря, все в порядке. Максим Григорьев. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Хорош, бить можно и забивать! Штанга, мяч отскакивает в поле. Ласта как пробил, зряче. Неудобная была позиция для удара, но мяч немного до створа не долетел. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. В выгодной позиции игрок. Великолепный гол! Вот так мяч оказывается в воротах в результате не очень сильного, но главное точного удара. Я не понимаю, чем в этот момент были заняты игроки обороны.
Ну, видимо, не уследили, а к голкиперу особых претензий нет. Отбить с такого расстояния удар он никак не мог. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Это может быть опасно. Хороший по задумке пас. Роман Емельянов. Отлично сыграно, надо решать. Он бьет. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Угловой удар назначает арбитр. В самое скопление игроков угловой подан. Роман Емельянов. Находит эта передача адресата. Может быть интересно. В перекладину мяч попадает. И есть гол! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Мячу уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Роман Емельянов. Тут может что-то получиться. Надо забивать! И он забивает. Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему гол. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защиты? И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Пошли последние 10 минут игры. Это может быть опасно. Роман Емельянов. Решил пробить. Будет угловой удар. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Бить можно и забивать! Это момент! Гол! Точный получился удар, бил на исполнение низом, без шансов для вратаря. После розыгрыша последовал великолепный пас, и как следствие, конечно, гол. Ну что, время подумать о хет-трике. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Подходит матч к концу. Приходится констатировать очевидное. Борьбы у нас сегодня не получилось. Роман Емельянов. Посмотрим за этой атакой. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты.
к штрафной. Может получиться интересная атака. Ударище просто. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. В центр штрафной подан мяч с углового. Денис Кулаков. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Не дали этой передаче разрезать оборону соперника. Угловой будет подавать команда. И прямо в центр штрафной мяч летит. Выбит мяч из штрафной. Денис Кулаков. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Ждем угловой. Мяч летит в центр штрафной. Нет, не получает эта атака развития. И придется начинать все сначала. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Может быть интересно. И это гол! Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче, однако порадовать своих болельщиков команда старается, и спасибо ей за это. Да, команда уже решила свою задачу, добившись весомого перевеса по счету. Но играть в итоге не бросила, и это приятно. В великолепном стиле они берут верх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Окончен. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле.